Кэшбэк получат все те, кто оплатил путевки после 25 мая и до этого срока. Так было обещано ранее. Родители даже не переживали, что могут остаться без возвратных средств. При том, что 5000 алтайских семей выплаты уже получили. Более 17 миллионов рублей вернули родителям, кто оплатил путевки своих чад после 25 мая. Министр образования и науки региона Максим Костенко говорит, не ожидали, но по июньскому постановлению выплат лишились родители всех российских регионов, кто заплатил за отдых на пару дней раньше. Уже направлено обращение в Министерство просвещения России. Мы не теряем надежды и просим всех родителей тоже чуть набраться терпения, потому что мы продолжаем работу с нашими федеральными органами власти, руководителями, чтобы вот эту меру все-таки эту распространить так, как изначально задумывалось. Министр также подчеркнул, что из-за нескольких случаев заболеваемости персонала в загородных лагерях региона об отмене следующих сезонов речи не идет. Независимо от того, вакцинирован ли ты, там антитела у тебя, или ты переболел, если ты сотрудник, ты все равно сдаешь ПЦР в любом случае, на входе и на выходе. После этого у нас там 4-5 дней, ну, в разных лагерях по-разному, пересменки для того, чтобы полностью обработать лагерь. И мы это все осуществляем, и мы видим как раз вот выявленные ситуации, показали, что эта система работает защиты, мы не планируем сокращать. Так как в этом году смены короткие, всего по 2 недели, их за летний период, по словам министра, может быть и 4, а где-то даже и 5. При этом все меры, рекомендуемые Роспотребнадзором, руководители оздоровительных лагерей обязаны соблюдать. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.